если ты не уверен, зачем уважаемых людей в заблуждение вводишь, а? Ровный бег моей судьбы, ночь печаль и плеск души, лунный свет и майский дождь в небесах. Долгий век моей звезды, сонный блеск земной росы, громкий смех и райский мед в небесах. Всем привет! Скорее всего, это видео вы посмотрите гораздо позже, чем оно записывается. Сначала вы увидите видеоролики из Челябинска. Думаю, что их будет достаточно. Напомню, что мы так и не собрали сумму на поездку, но ехать все равно надо. Поэтому я добавил свои деньги. Я вам часто говорил, что кейтеры давным-давно мною приручены, и они всегда выполняют те задачи, которые я перед ними ставлю. Все это время, скорее всего, они будут убеждать свое окружение, что я всех обманул, собрал деньги и прогулял их. Как вы понимаете, так могут подумать те, кто у них постоянно пасется и кто не имеет собственного мнения. Тот же Ступин вообще всех произошел, он в открытую уже пришел к тем, кто все это время оскорблял и клеветал на Олега Алексеевича, извинился перед ними и со многими уже мило общается в личке. Это не смущает ни Белоносову, ни ее подписоту. Я всегда держал слово, и все сборы шли по назначению. Если кто-то мне не доверяет или во мне сомневается, потому что захаживают чаты к хейтерам, то и вы мне не нужны. Я перед вами оправдываться не собираюсь. Достаточно вспомнить, на что я собирал донаты, и станет понятно, что все поездки были, которых я свои поставленные цели перевыполнял в разы. Красиво. Питер, хорошая погода. Если вы не доверяете мне, то почему я должен доверять вам? На моем канале остаются люди, которые имеют свое собственное мнение, которые умеют думать и анализировать. И самое главное, полностью мне доверяют. Именно поэтому я дам возможность хейтерам выполнить свою работу, которую я им дал, а затем выйдет это видео. Всем, кто остался со мной, я особенно благодарен. Спасибо каждому, кто принял участие в этой поездке, которая продлится больше месяца. А те, кто ушел с моего канала или кого я забанил, извините, но нам с вами не по пути. Показать красоту вот эту всю. Женя меня встретила, все нормально, все по плану, идем выполнять поставленные задачи. На заре голоса зовут меня. На заре небеса зовут меня. Свет и сердце звук,
твоей мечты в небеса. Назарет, голоса зовут меня. Назарет, небеса зовут меня. Назарет, голоса зовут меня. Назарет, небеса зовут меня. Это официальный офис ВКонтакте. Видите, какой шарик, антенна. Вот мы поближе к Англитеру подошли. Да, вот самое такое интересное, что когда понимаешь, что здесь жил когда-то Есенин, когда-то ходил по этим улицам, мимо Исаакиевского собора, погружаешься как бы сам в прошлое тоже. А сейчас здесь ходит Велес, мастер. Пусть где путь, нужно моего куда-то.
допустим, вот этот корпус, это корпус мышей. Вот тот корпус, это корпус крыс. Мне вот непонятен такой момент. Вот в 2022 году, получается, по решению суда он должен освободить территорию. Ну, у нас в 2022 году мы получили решение первой инстанции. Потом, значит, была апелляция. Апелляция, значит, это решение затвердила. Вот. Оно вступило в законную силу. После этого как бы была подана жалоба на отсрочку, значит, исполнения. И, грубо говоря, у нас юридическая точка, в которую он должен был освободить эту историю, это было 1 мая 2023 года. Когда медведи выйдут из... Когда медведи проснутся, да. Причем там в определении было написано, что если медведи проснутся раньше, то надо освобождать раньше. Это должно было быть в мае 2023. Да. Федоров, узнаешь это место?